Косой. Димон попал как бы. Ну, а я как бы вот так с ноги ему, на, и дверь вылетел. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Зебра, Васаби, Пика, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы записываем очень крутецкую игрушку Granny Simulator. Набирает много тысяч лайков, много тысяч просмотров. Если опять кушать, теперь ответит, а у нас веселье, угар и, как всегда, поднятие настроения. Погнали. Опа, что с тобой? Тихо, тихо, тихо. Осторожно, ты же чуть не попал по-нашему. Я убежал. Я убежал, видели? Блин, надо было идти. Красиво, красиво. Нет, где? Ключик, ключик. Ах ты, тварь. Вставай, 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 беги, 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 беги! Отлично, ребятушки. Ну что, надеюсь, мне сейчас оружие классное выпадет. На! Давай, поливай, поливай. Ой-ой-ой, ребята, поливай. Сейчас будет веселье. Да ёпта. Зебра, поливай, поливай, быстрее. Это промахнулся, надо, представляете? Надо все задание выполнить. Дим, я не промахнусь. Давай, поливай. Ай, дай мне что-то, мне ничего нету. Я случайно промахнулся. Ой, 18! О, это ключик, 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 берем. Я опять убегаю. А мы как мыши, такие крысы. Ребята, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Заходим в наш Дискорд, ссылочка в описании, любой может с нами зайти, записать, поугарать и провести классное время, если вам скучно. И подписаться на канал. Ну совершенно ты молодец. Лайки поставить. Бабка. Ну, колокольчик, колокольчик. Дин-дин. Колокольчик. Бум, 16 хп. Вот это зарядил. 16 тысяч. Ну было бы неплохо, если бы 16 тысяч. Так, я ключи собираю, пацаны. Нет, я упал. Мои ключи. Ого, это ты там кидаешь, да, банками по ним? Да. Давай, давай, ты там поливай. Молодец, так, 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 так. Зебра, ты уже начал развиваться в этой игре. Нормально, нормально. Так, у меня куча ключей. Идем открывать, короче, брать оружие. Кто-то. Сейчас идем на нычки наши. На, 8 хп. Ай, травогазы вонючие. Да ну не бей меня. Я двери вывалил. Я двери вывалил. Так, надо быстрее. Отвали, отвали, отвали. Так, идем в нычки, оружие возьму. Зебра, зебра, отвлекла. Раздача оружия, кому? Отвлекла их. Ты что, все оружие? Они еще есть. Поливать, поливать. Граната, граната. Так, Ребята, ну что, пожелайте мне удачи, чтобы я сейчас нормально кинул гранату. Что вы зебры сделали? Ему прямо этот кунай в мозг попал. Вы что, ненормальные совсем? Кто со мной? Помогите! Где бабка, где бабка? Зебра, зебра, иди сюда ко мне быстрее! Бу! Это я гранату кинул. Пожалуйста, зебра, иди сюда. Еще два ключа, еще два ключа. Зебра, вот эту зеленую банку возьми. Зеленую банку вот эту возьми. Так, поднимаем. Возьми, возьми, о, возьми, что здесь? Идет. Что здесь? Вот, да. Сейф. Ключ. И ключ. Идет. Еще здесь у нас. Короче, я там открыл нычку, там ножик лежит. Хочешь, иди бери ножик. Зебра, зебра, проиграй сейчас. Так, где же зеброчка наша? А вы попробуйте найти. Да найдем, не ссы. А, зебра, что с тобой? Спустились вот сюда, по левому бабки. Зебра, опять... походу, забагался. А где он? У меня игра вылетела. Игра? В смысле? Да, я вижу, я вижу, я вижу. Зебра left game. Ну ничего, присоединиться в следующем раунде. Сейчас мы доиграем. Нет, зебра, нет. Все, Пика остался. Пика, ты где? Нет, нет, мне надо задание открыл. Он на улице? Нет, я вам скин открыл. То, что я убил бабку кунаем. Офигеть. А где бабка-то? Я ее не вижу. Ты видишь бабку? Я, да, она должна быть... Не... Вот как выход? А где она? Куда она? На, 7 хп. Пожалуйста, о, я еще раз возьму. Я ж не использовал ключик до конца, да? Минус 20 хп. Косой. Быстро, быстро, быстро. Пожалуйста, пожалуйста. На, 9 хп еще разочек. Закроем дверь. Я ключ... Ай, зря потратил ключ. Всё, есть. Я захилился. Отлично. Опа. Зря ты это сделал. Мы идем к тебе. Два бешеных внука готовы терзать тебя. Так, пожалуйста, я успею полить. Не насрать. Нет. Блин, это веселье, мне нравится. Нет, нет, вот зачем так с папкой? Нет, нифига себе, я зомби как стал.
Так. Нет. На. Ё-моё, над бабкой издеваются. Да-да, я... На. Я заявление напишу. Вот это вы жестко. Я вас в детдом сдам, вы плохие дети. На. Ой, я стекло разбил. Нет. Блин, у меня так и выгасим, что ошибка ж какая-то выскочила. Ну ничего, мы доиграем, мы доиграем. Нет, нет, я вас сдам в детдом, все, я заявление буду писать. Вижу, вижу, вижу. Какой детдом? Пожалуйста, ты должен умереть. Нет, это мой последний шанс, чтобы выпить эти таблетки. Я в дом престарелых сдадим. На. Нет, пожалуйста, я выпью. Я выпью. Есть, я выпил. Ах ты тварь. Ключик, ключик, ключик. На тебе. Ай. Бездарь. Иди. Ай, меня пнули. Ты чё моего бьёшь? Я буду мстить. Где моя бутылка? Офигеть. На, полежи, отдохни, тварь. Да ты офигели. Да я нормально, да не офигели вы, все четко. Ой-ой-ой. Так, тут оружие уже не... А, есть оружие, я же там, помните, оставил? Я же помню, что ботинки где-то есть, что я быстро могу бегать. Ну, я взял ножик, ты готов? К ножевым ранениям. Ножик, ножик взял. Нет. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Где эта бабка? А, еще ключик давайте возьмем. Отлично. Смотри, я хотя бы полью второй. А где он? Он на улице? Не знаю. Нет, он не на улице, он здесь. Я дома. Пожалуйста, это мой последний шанс, чтобы я мог уже... На улице, Дима! Ах, обманщик ты! Я с ножиком иду, я хочу его зачикать. Ножик 25 отнимать, ты знаешь, что это последний его кидок мой сейчас будет в голову ему? Ладно, попасть в голову. Ай, 20, не попал в голову. Не попал, не попал. Я добью. Ах ты, тварь, вонюдь. Ай-яй-яй, внука избивай, ну нельзя. Я сейчас добью, я сейчас добью. Нет, нет, пожалуйста, я успею это газ... Есть. Есть. Бабка вон там сложилась. Я взял электрошок, я готов их мочить. Ё-моё. Так, подожди, я знаю, что есть башмаки скорости. Как башмаки скорости? Разбить я стекло бутылкой, да, надо? А там нет, там где-то можно получить. Просто не, надо шкафчик разбить. Где-то можно получить. Вот это на да. Тебе. Дима! Нет! Я гасить буду всех. Так, я должен что сделать? Dementian Pills. Я, короче, лекарство. А, зеленые лекарства надо, короче, этот принять. Короче. Бьем их, просто бьем их. А бейте, ребятушки. Вот, там есть зеленое лекарство. Я вижу, собираем его и принимаем. Не, у нас же задание... Ой, по бутылке по башке ребенку. На тебе, ничего тварь. Ничего не должно собирать. Дверь выломал. Это было прикольно. 18 хп я тебе снял, Дима. Да? Я цветы поливаю. Я тоже. О, гаечный ключ. Отлично. Мы проходим с тобой, у нас получается одни задания на двоих, да, все? Да. Мы должны быстро выполнять. Так, можно... О, опять кунай. Так, еще 3 цветка нам полить. 4 осталось, 2 осталось, точнее. Так, а где еще 2? Так, молодец. Наверху, наверху, 2 наверху, идем. На! Давай-ка. Побежали, спидран. О, вот гаечный ключ. Прикрытие будет. На тебе, Дима. Ничего. Я не сдамся. Сдадишься, Дима. Не сдадимся. Сдадишься. Ты ребенок. На! Опять 8 хп снял. Блин, меня сейчас убьют. Ты давай там. Ай-яй-яй, я косой жопы упал. Да ты смотри, что они делают. Что они делают? Они нас просто нагибают. Да они нас бьют. Быстрее посади, там у них электрошокер, блин, я. Так, я жизни восстановил себе. Блин, жалко. Он сзади, Дим, давай, бей его. Не, вы не. Ай! Я потравил их. Что со мной? Дима! Ты его еще натравил. Давай, поднимайся, давай цветы, а я буду его, этот, травить их буду. Да ё-моё! Как пакостника. Ха-ха, косой! Молодец! Нет, тварь, сдохни! Ты поднимайся наверх или два я буду поливать цветы, раз ты не можешь? Два я. Смотри, что с твоей бабкой. Так. А что с моей бабкой? Точно, палки горящие. Так, подожди, а может тут что-то лекарство? А я лекарство вижу, иду лечиться. Нет, ты не будешь лечиться, Дима, нет. Буду, не переживай.
Плюс 20 хп, отлично. О, спасибо, я тарелку не могу кинуть. Так. Эй, васаби! А у меня какой-то баг. У меня как-то баг случился. У меня, я почему-то... Все нормально, эта игра сегодня просто за нас сегодня просто. Так, цветы поливать я все-таки думаю, я смогу. Давай, полей цветок. Все, задание выполнил. Что нам дальше надо сделать? Я не знаю. А зеленые лекарства надо найти нам и принять. Вон, лежат на столе, я иду. Ты давай, прикрывай, я иду. Дверь закрывает сразу за нами. Может, тебе пойти лекарство принять? У тебя меньше жизни. Иди зеленую бутылку бери. Сейчас. Косой. Димон попал как бы. Ну, а я как бы вот так с ноги ему, на, и дверь вылетел. Косожоп. Ай-яй-яй, отлично, жизни пополнил. Ах ты, тварина такая, я к нему со всей душой. Косой. Я понял, надо походу ему теперь вещи собрать. Сейчас будет полная резня. Давай. Надо им вещи собрать. Да. Нашего дома. А пошел отсюда, тварь. Да не надо, я буду его сейчас издеваться над ним, как могу. Бери его ногами. Ты отсюда не уйдешь. А я вообще не могу собирать. Могу. Или не могу. А чё не могу? Чё, Валя, а что надо дальше делать? А, цветы на этом полить. Flowers backyard. Цветы полить во дворе. Короче, есть какой-то... другой вход во двор. За мной. Через нашу комнату есть. Вот. Так ты пока это будешь... Я тут... Я не могу его бить почему-то. Я не знаю, что ты его не можешь бить. А ещё... Был еще один баг. Там, короче... О, здоровье что-то вас не наносило. О, 20 хп, восполнил жизни. Самое главное, это убить Диму, чтобы васаби остался. А чего? Все. Че, Дима, что он тебе сделал? А что я тебе сделал плохого, а тварь ты такая? Потому что ты моего брата обижаешь. Промахнёшься. Полетели. Ах ты, тварина. Хочу пнуть, я хочу... На, пошел отсюда. Ты смотри, негодяй такой паршивец. Дима, картина не работает, как портал. Жалко, что тут нету порталов. Я бы сейчас... Все четко, это тебе не горит смот. Мы идем цветы поливать, ребятушки. Потихонечку, не спи... Косой. Потихонечку, да. Сейчас эта палка одна будет в жопе. Пошел отсюда. Иди, нюхай цветы. Нет, вы не обижайте моего брата. Куда пошли? Стоять. У моего брата... На последнее задание, полить цветы, мы прошли. Это последнее задание. Привет, последнее. А вы где? Вы где, не понял я. А! Зебра, ты где? Я вас найти не могу. Я его травлю, а ты поливай. Я его буду травить. А где? Поливай цветы, я его травлю. Что? Поливаю. Я вас найти не могу. Вы где? Бабки. А, вот вы, я нашел вас. Я нашел вас, бабки. А иди отсюда, ты смотри. Я плохой мальчик. Да я его травить да буду. Я тебе. Ай, Дима. Надо васаби убить. Васаби убивай. Зебра, васаби убивай. Васаби. Нет. Бутылки. А теперь тебе пора на улицу. Полетели. На. Брата моего трону. Это был прикол. А, не попал. Давай палкой. Ему хорош. Хорош. Ой, все. Новое задание. Все, собрать вроде ему вещи, да? Гринпил, зеленые лекарства принять надо. Ты что? Нет. Пошел отсюда, ты смотри. Последнее задание, думал, это последнее, это предпоследнее. Быстрее. Зеленые лекарства надо принять, надо принять. Надо хотя бы убить васаби. Надо васаби хотя бы убить. Бедрон. Обойдешься. Я башмаки взял быстрые. Нет, это очень плохо. Пошел, ты смотри, щенок вонючий. Да
Да не пинайся. Ты моего. Ты взял зеленое лекарство или не взял? Я не могу его найти. Все вам конец. А вот тут прямо в комнате и направо потом. А ну здорово, хотите нож в спину? На! Ай-яй-яй-яй-яй, у меня жизни теперь мало. Та бабка, ты мешаешь. А что ты не идешь? Она медленная, она устала. Медленная уже. Кто у нас? Одним я упал. Бывает. Так, я не вижу никого из пацанов. У меня, блин, в руке нож, короче, два копья в спине торчит. У меня в спине нож, Дим. Это жесть, это просто жесть. Ты нашел лекарство? Нет, я хочу найти. А их нету, давай будем открывать эту дверь. Насколько знаю, на этой карте же несколько уровней, да? Да. Надо будет на другом уровне потом поиграть обязательно. А чё мы не можем найти лекарство? Вас ожидает, короче, сюрприз один. Маленький сюрприз. Хорошо, хорошо, мы тебя ждем. Хорошо, вы, я знаю, вы где. Вы там внизу. Наверное, будет сюрприз очень хороший. Дим, ты его вырубил? Ну вот, допустим, вот так вот могу их вырубить. А я сейчас еще и буду бить, это мало того. Еще сейчас они будут... Пацаны, что там, в полет не хочешь отправиться? Ого, 9 хп осталось. Вот это сюрприз, вот это сюрприз. Ого, вот это что-то нереальное Дима, было. Прими желтое рекасо, оно тебе даст 20 хп. Понимаю. А, убили, убили. Диму убили, ура. Ну все, блин, они хотели меня убить, они меня и убили. Так. У меня, кстати, какой-то баг, у меня был минус один ключ. Ну, так, ну. Понаблюдаем за внуками, что они будут делать. Ой, бабка, так, один бежит. Ого, бежит, он прям телепортируется. Нашел, Дима. Давай, ты должен, если ты сейчас найдешь, мы выполним задание, мы выиграем. Что это надо сделать? Съесть. А что ты нашел? Я нашел зеленый рекал. Так, надо его принять. Принял. А, значит, еще одно надо. Подожди, что надо теперь найти тебе? Ну, прощай. Ну, блин, ай. Ну мы не узнаем, что делать дальше, мы не знаем. Давай. Даже если бы мы знали, что делать, да если бы мы знали даже, что вы не дали шанс никакой нам никак выиграть. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.